Ну а что, для соуса нормально. Роллтона не было, Петра сойдет. Вот и банка витаминов, это же простой салат. И с подачей порядок каждый рад. Крупно рубим мы морковку, а потом добавим лук. Не жалейте, други, масла, ведь зима уже близка. Яблочко на три на терке и с кусочком огурца. Все добавим сюда ловко. Пятница. Ну, какой у вас там день недели? У-ху! На кухне экспериментов не бойтесь. Вообще ничего не бойтесь. Вот пришла пара для фарша. Нам для ужина пойдет. Блин, тут что-то со словами как-то. Надо листочек взять и написать. Ага, на бумажке. Вот, сейчас фарш немножко повеселим на самой высокой температуре. 240 дегризов. Ага. Фарш достаточно веселый, можно пригасить огонь. Никто даже не догадается, что там в составе яблоки и огурцы, правда? Они там есть, есть, да. Черной солюшкой копченой присолили мы слегка и запарили лапшичку, чтоб наверняка. Налили воду, но не всю, мы там на донышке слегка добавляем в наше блюдо фарш наверняка. Да, надо как-то текстик подредактировать. Уху! Шарадак готов суровый, можно смело подавать. Мы запарили лапшички. Дальше рифмы не сыскать. Сготовил в прямом эфире, а клип будет готов чуть позже. Там еще салат. Ну, короче, ты понял. Ну а что? Когда не позавтракал, не пообедал, так хоть поужинать надо, да? Слегка так.